хочу еще раз подчеркнуть, если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибается. Так. Попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, которого 32 спасателя и 3 поисковые собаки. Также в их распоряжении необходима техника и спецоборудование. Введен режим контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронеже. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения Вагнера с гарантиями безопасности. Никогда вас не предавал! Никогда! И я вас никогда не предам!